Приветствую на медитации соединения с силой природы. Откуда наше тело черпает энергию? Конечно же, оно создано из природы, из тех же самых элементов, из пяти элементов, которые в природе движутся свободно. Посмотрите вокруг, какая мощь, какая свобода, это все рушится, растет, меняется, и природа не заморачивается на этих формах, она не привязывается к этому. И вот сейчас мы звуком уберем свои привязанности к своей форме, к своему состоянию, к своим мыслям, к своим эмоциям. Расширим свое внимание и подключимся к силе природы. Посмотрите на эту картинку еще раз, ощутите ее и ощутите звук, который вы сейчас услышите. Внимательно идите за звуком и наблюдайте, как он расширяет ваше внимание, как он расширяет ваше восприятие. Ничего делать не нужно, нужно расслабляться и расширяться вместе со звуком. Отклеивайтесь, отцепляйтесь от своего состояния, от своих эмоций, от ощущений тела. Идите в звук. И вы ощутите буквально через 3 минуты прилив энергии. Через 5 минут расслабление. А минут через 10-15 полную перезарядку вашего состояния. Побудьте сейчас в этом, никуда не бегите. Это практика. Это практика, которую нужно делать тотально. Спасибо за участие, друзья.